Друзья, хочу вам показать весы. Это в Индии мы находимся, и вот механические весы, какие прекрасные весы, гайс, это обалденно. Это как старые у нас времена, вот стрелочка даже, вот, да, вот стрелочка есть, вот видишь, она шевелится, как классно. То есть насколько шикарные исторические весы и очень классно и удобно. Не то, что сейчас у нас на базарах электронные весы, друзья. Я бы рекомендовал вводить вот такие весы. Потому что именно, ну, такие весы точно вас не обманут. Сколько повесил, вот повесил здесь, вот столько понимаешь, есть. Вот. И шикарные просто весы, обалденные. Вот я за то, чтобы в наших магазинах, на базарах хотя бы, по крайней мере, вот такие весы вот были у всех. А потому что именно на базарах нечестные продавцы подкручивают электронные весы. Давайте будем голосовать за то, чтобы у нас использовались вот такие вот электронные, механические, старинные весы, надежные, как железный молот. Всем любви, радости, живите в благости, друзья. Намасте. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь тоже это делать там вместе с нами. Радуйся жизни, прекрасная жизнь, замечательная жизнь. В Индии продолжается карантин, сегодня 11 мая, жизнь прекрасная, замечательная. Вот кокосы, бананы, жизнь прекрасна. И я радуюсь гостеприимством индийских людей, индийской культуры. Она мне очень близка и очень, очень радостно понимать, что вот люди, которые здесь живут, насколько они добрые, открытые, сердечные и семейные. Это то, чему нам нужно поучиться у них, как строить счастливые семейные отношения. Все, друзья, всем любви и радости. Намасте. Green Mind Life. This coconut to go, to go. I'll take out. А, вот как она, да, с ним заодно. Ага, как она, вот так кокосы. Кокосы у нас вот режутся, чистятся. Шикарные кокосы. Соскучились мы по нему во время этого карантина. Так что вот сейчас есть такая прекрасная возможность кушать как ананасы. Так, открывается. Just a little bit, I will take it out, take home, take home. Yeah, good, good, super, nice. Thank you so much. Вот так чистый канат, друзья. Коконатик, который сейчас поедет домой. Кушать его там. Намасте.